нас в студії вже є гості, яких ми раді вам представити. Богдан Кошмал, співкоординатор проєкту «Мега» в місті Миколаєві. Та Катерина Галенко, координатор проєкту «Мега» та ініціатор «Дерева миру» в місті Миколаєві. Вітаємо вас, друзі. Вітаємо. Отож, ми анонсували зранку і телеглядачам казали самі, хочемо дізнатися «Мега». Чому саме така назва і що це за проєкт? Сейчас мы с вами собрались для того, чтобы анонсировать открытие мастерни экологичного громадського активиста в місті Миколаїв. Все, расшифровали. Я думаю, щось буде там мега ще. Це действительно мега-проект, потому что он объединяет экоактивистов города и всей страны, это всеукраинский проект, для того, чтобы совместными усилиями лучшим способом добиться желаемого результата, то есть улучшить экосостояние нашего региона и улучшить осведомленность нашего Каким населения. Образом будем улучшать экосостояние города? Реализацией проектов и инициатив. Образованием людей конкретно и или каких-то веселых интересных игр на эко-тематику. А Богдан, вообще я так понимаю, все-таки всеукраинская, поэтому где уже реализована эта инициатива? Ну, акция проводилась уже в прошлом году, была задействована большая часть областей Украины. В основном это была акция «Дерево мира», были высаживались деревья. Ну, по поводу акции я расскажу чуть позже вам более подробно. Ну, задействована почти вся Украина, был уже фотоотчет, было много на центральных телеканалах об этом рассказывалось. А Николай впервые принимает участие или в прошлом году тоже? Да, Николай впервые в этом году будет принимать участие. То есть вы первооткрыватели для николаевцев вот такой инициативы. Да. Вообще, а что планируется? То есть мы как бы вкратце услышали от Кати, что это будет как бы образование николаевцев. Вообще, мегапроект проходит в три этапа. Угу. Первый этап – это образование, учеба именно этих экоактивистов. Мы были во Львове, нас учили лучшие тренера со всей Украины, как взаимодействовать с коммерцийным, громадским, медийным сектором. Угу. Вот мы сейчас взаимодействуем с медийным сектором. Уже не перший рік. Точніше, рік. Ми сьогодні просто підвели підсумки, що ми вже в ефірі рік. Так, розумієте, сьогодні рівничність. Так що ось так. Катерино, ми з тобою, мабуть, 10% свого прямого ефіру провели разом. Ну, з июня місяця ми вместе. Так, боже, у нас сьогодні якийсь таку нотку набирає ефір, то мене роздягають, то ми разом. Ну, кто тебя не раздягал? Перший этап. Первый этап – это обучение. Собрали самых мотивированных экоактивистов со всех регионов страны. Каких-то регионов это был всего один активист. С нашего региона, с Николаевского, это 5 человек. И эти 5 человек должны реализовывать локальные какие-то экопроекты, инициативы, которые они сами придумали. Но обязательный проект – это «Дерево мира». Угу. «Дерево мира» вам расскажет Богдан. Спасибо. Мне, к сожалению, не удалось поехать во Львов по некоторым причинам, но я здесь был. Я разумею, Катя забрала билеты. Так. Вот. То есть проект «Дерево мира» он был придуман Лилией Ткаченко, украинка. Это чисто украинский проект. Угу. Уже он есть в 50 странах мира. То есть в этом году мы, наверное, захватим уже весь мир. В Украине вот он будет проводиться уже во второй раз в городе Николаеве. Первый. В чем заключается суть этого проекта? Это, с одной стороны, экологический проект, а с другой стороны, социальный. Как бы дерево – это символ мира, символ любви. И как бы мы показываем высадка деревьев, то, что мы все-таки за мир, мы за любовь, мы против войны. И второй как бы, пункт – это то, что мы улучшаем экологическую ситуацию нашу. Чем больше будет высажено деревьев, тем больше процветает наш мир. В Николаеве для этого проекта мы задействуем все, то есть ресурсы мы и с властью, и с медиа, и с общественниками. То есть вот у нас будет в четверг пресс-конференция в обл.администрации, малый зал на 3 часа. То есть все желающие могут приходить к нам. То есть будет подробно рассказываться про проект «Мега», так заискивающе показала. «Дерево мира». То есть мы открыты, всех приглашаем и более подробно там будем еще рассказывать. А сейчас на экране наши телезрители видят ряд фотографий. Прокомментируйте, что это и это где это? Это активисты Оксана из СУМ, и мы из Николаева. Это все активисты со всей Украины, собраны в фотографиях, плюс наши тренера. На обучении мы учили сталодом господарство, мастерство дебатів, взаємодія з різними секторами, фандрайзингу вчилися. Для мене це щось нове, і я для себе здобула багато знань, сподіваюся, що буду ефективно взаємодіяти на Миколаївщині. Як заспівала, да? То тільки подарувала, тепер вже буде якого, от так.
Ну що ж, у нас є також ще відеоробота. Я пропоную її зараз переглянути. Після цього ще є питання, ми їх поставимо обов'язково. Дивимося. Специально для акции «Дерево мира» и для «Эко-Лили» стихотворение «Дарите живые цветы, землей не разлучая корнями, сажайте деревья, сады, пусть сияют для вас лепестками, будьте же люди людьми, солнцем вставая, с рассветом, свои направляйте стопы к жизни простым заветам. Дарите живые цветы, семенами, горшками, полями, пусть с неземной высоты возликует Творец вместе с вами. Грабенюк, я саджала дерево в знак любові до своєї держави, до свого народу, до своєї дитини, до своєї мами. Я закликаю вас зробити те ж саме. Дуже дякую вам за все. Вітаю, я Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, телеведуча, президент мистецької агенції «Територія А». Все, що я роблю з любов'ю. І сьогоднішнє дерево, райське яблучко, я теж зробила, звичайно, посадила з любов'ю, в першу чергу, до свого міста, яке завжди було зеленим, мирним, прекрасним і одним із найгарніших у світі. Меня зовут Инна Силантьева, я общественный деятель. Я очень рада, что меня пригласили на прекрасную акцию, акцию мира, добра. Дело в том, что хотела бы сказать от всей души, что деревья нужно садить, их нужно любить, природу нужно садить. Мы сегодня посадили деревья, это как маленькие дети, которые будут красиво расти, рождать яблоки, груши, там, сосны, листья, красоту. Я Тимофей Нагорный, президент фонда волонтеров Украины. В знак любви к своей стране я посадил сегодня дерево мира. Я хочу, чтобы мы все сажали эти деревья, чтобы мир был в сердце каждого украинца. Меня зовут Олег Хынко. Я временный поверенный в делах посольства Молдовы в Киеве. Конечно, призываю всех, кто может и желает, участвовать в такой акции. Потому что делаем добро людям. Это делаем добро, делаем красиво. И, по-моему, все люди будут счастливы на благо всех людей. Привет, с вами дуэт Анна-Мария. Мы сегодня сделали такое маленькое, но очень доброе и светлое очень дело. Важное. Мы посадили дерево любви, дерево мира, дерево счастья, можно так сказать. Потому что мы глубоко убеждены, глубоко верим в то, что очень важно, с какой мыслью и с каким ощущением внутри человек садит дерево. Если это было что-то доброе, то однозначно дерево будет расти даже в неблагоприятных условиях. Будет расцветать, приносить плоды и приносить радость людям. Василий Голованов, актер театра «Черный квадрат», ведущий канала «112 Украина». С огромным удовольствием принял участие в этом проекте и хочу пригласить всех присоединиться в будущем. Это самое малое, что вы можете сделать. Вам сложно будет одному построить дом и уж тем более одному сделать ребенка. Вот. Но посадить дерево вы можете самостоятельно. Не обязательно делать это массово. Вы можете сам тихонько сделать это возле своего дома. А лучше соберите соседей и высадите целую аллею. И все остальные жители этого города, ваші діти і ваші внуки, вам скажуть спасибо. Привіт! Вас вітає Еколіля. І сьогодні ми саджали дерева миру в Національному ботанічному саду імені Гришка. До ініціативи долучилися публічні люди, посли та міністри. Ми робили це з думками про мир, гармонію та любов. Долучайтеся до ініціативи. Дбайте про наш Всесвіт і нашу прекрасну планету Земля. Ми повертаємося до студії. Нагадуємо для тих, хто щойно долучилися до нашої студії, що в нас в гостях співкоординатор проєкту «Мега» в місті Миколаєві Богдан Кошмал та Катерина Галенко. Координатор проєкту «Мега» та ініціативи «Дерева миру» в місті Миколаєві. Отож, друзі, повертаємось до нашої розмови. Хто може приєднатися до вашої акції і до висадки дерев?
К этой акции может присоединиться абсолютно каждый. И мы лично вас приглашаем высаживать деревья. Дата, конечно, уточняется, но ориентировочно это будет 9 апреля во всей Украине. Но я думаю, что у нас это будет акция проходить раньше, потому что у нас слишком жаркий климат, чтобы дерево прижилось. Что для цього необхідно мати з собою? Окрім лопати. Что для этого нужно? Ну, самое главное – это желание. И сделать желание – это самое главное. То есть, ну, и что-то сделать хорошее все-таки для своего города, для своей страны. И нужно прийти, деревья мы предоставляем. То есть, лопаты також? Лопаты також, и место для их высадки тоже мы предоставляем. То есть, главное желание – прийти, помочь нам высадить, посадить свое дерево мира и показать, что вы открыты. И самое главное – сделать это с добрыми мыслями, с мыслями о мире, для того, чтобы это дерево прижилось и сеяло добро во всем мире. Ну что, идем к демо? Та благодійник, розумієш, піарять людей, дають усе, фоткають їх, знімають ще й дають дерево посадити, це нормально. Будемо дерево садити. Ми табличку навіть зробимо, новий день. Так, підемо. Ми, кстати, ми ж були екоактивістами во Львові, і ми про вас не забули, і от вам сувенірчик со Львова для сьогодні. Спасибо большое. Боже, як круто. Катя, ти вмієш? Я забрав, все. Мені ж передали в руки, не тобі. Ну добре, розумієте, оператор тут мені підмигує, покажи. От хотів би забрати додому, ну не дадуть. Реклама. Так, кава, дякуємо вам. Ну тепер уже каву... Кава зі Львова. Кава зі Львова тепер у нас хоч буде. То було туркофі, тепер буде кава зі Львова. Будемо тільки пити. Ну що ж, залишаємо тоді тут. Друзі, ще хотів вас запитати, взагалі на сьогоднішній день екоактивісти міста Миколаєва, 5 чоловік ви їздили. Скільки взагалі в місті Миколаєві, кого ви вже об'єднали? Мы объединили экологов с Могилянки. Тобто це ще студентство? Так, це студентство. Но я, честно говоря, сама даже не ожидала, что настолько много людей заинтересованы этим. Они просто как бы одиноки сами в своих регионах. То есть есть женщина, которая мечтает, чтобы люди начали сортировать мусор. И она как-то приехала с такими горящими глазами, поняла, что она не одна, что всех стремятся к этому. Ты знаешь, Катюш, ты так расповедаешь зараз. Женщина, которая мечтает сортировать мусор. Вот именно, Инна, об этом люди мечтают, ты подумай. Бачиш, як мало треба для мрії, для щастя. А в тебе є такий красунчик, як я, і ти нещасливий, короче. Вони здійснюєш ти мої мрії, Вітю. Сонце, тримай каву. Все для тебе. Ні, дійсно жартуємо, але все ж таки важлива все ж таки проблема для міста Миколаєва. Тим паче в останній час в соціальних мережах, коли почалася сезонна обрізка дерев, там просто почали бити всі на сполох, що зрізають дерева. Тому це проблема дійсно для міста Миколаєва. У нас є небайдужі люди. Будемо сподіватися, що висадка. Не знаєте місто, де висадка? Що? Ні, ми будемо це з властю зараз обговорювати, тобто де вони будуть висаджувати, щоб це було цілеснообразно, там де деревів нету, конечно же, там, где они уже вымерли, мы будем возобновлять. Я хотел бы сказать, что еще в проекте Мега, кроме высадки деревьев, будет еще ряд проектов. Это велопробег за экологические проблемы в городе, который будет проводиться в городе Николаев. Также это мы хотим сделать граффити на одном из зданий города Николаева на экологическую тематику. То есть, и возможно, моя мрия, красивые граффити по месту. Да, то есть, возможно, мы даже проведем какой-то конкурс по работам, которые будут реализованы. Ну и плюс это будут еще другие проекты, которые еще пока обрабатываются, обговариваются, и в дальнейшем мы тоже о них будем рассказывать. Знаете, друзья, на вас дивишься и думаешь, проект «Мега мрії» сбываются. Так. А еще в нашей организации стартует скоро проект «Стань экожурналистом» от нашего активиста Новиковой Оксаны. Будем учить людей журналистики с эко-направлением. Ось так. Чого тільки не буває. Ну що ж, ми дійсно бажаємо вам наснаги, сподіваємося, що це не остання зустріч в нашій студії. Залишайтеся з нами, будемо пити каву.